Всех приветствую. К нам в ремонт пришел телевизор Dexp. Моделька у нас получается H32B7000S. Вот, неисправность такая, то что телевизор включается, загорается логотип Dexp. Сейчас пропадает логотип, и все циклически повторяется. Как перезапуск, не может стартануть. Вот, но может вот так вот полчаса постоять где-то, и тогда телевизор включится, и будет нормально работать. Вот, так сейчас будем разбирать, смотреть. Вполне возможно, прошивка слетела, может быть что-то с флешкой самой. Вот, на которой прошивка лежит. Ну, сейчас будем разбирать, смотреть. Все, и теперь вот, когда он вот так вот перезапускается, на пульт он уже не реагирует. То есть выключить его просто нельзя. Только с розетки. Разобрали телевизор. Материнская плата стоит тут вот такая. Порт номер платы. Визуально все выглядит нормально. Так, вот она флешка у нас. Сейчас будем разбирать, считывать, смотреть, ну, в нормальном ли состоянии флешка, и запишем туда новую прошивку и посмотрим. Так, выпаиваем микросхему, вот эту. Прошивать будем программатором RT809F. Вставляем правильно, чтобы ключ был здесь, как показано. Так, открываем программу, нажимаем Smart идентификация. Оба, все, микросхема нашлась. Микросхема у нас GigaDevice GD25Q64. Так. По традиции делаем чтение сначала. Все делается в автоматическом режиме. Он нам предлагает сохранить нашу старую прошивку. Сохраняем. Так, все, открываем дамп, который мы скачали, и нажимаем запись. В автоматическом режиме он делает автоматическая очистка, потом запись идет, потом верификация, проверка контрольных сумм. Все это делается автоматом. Все, микросхема прошилась, все завершено. Все, впаиваем обратно. Обязательно, чтобы ключ совпадал. Здесь ключ, вот он, с края. И на микросхеме тоже ключик. Можно, в принципе, все это дело припаять паяльником, не обязательно дуть феном. Проверяем, чтобы все ножки были припаяны. Все. Ставим и проверяем. Так. Все, мы все поставили. Включаем.
Опа. Угу, запустился. Вот такая вот неисправность. Так, сейчас еще раз попробуем выключить и включить. Опа. Угу. Ну, все отлично. Вот, прошивку можно скачать у нас. Если что, обращайтесь, скинем. Вот, на этом ремонт закончен. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки.